А вот и Патрик, а он и Спанч Боб, смотри. Какой он странный, у него такой нос смешной. Вот это реально Сквидвард. Эй, здорово, как дела? Всем отличного настроения, коты. С вами котенок Лайк, и мы попали в страшную больницу Спанч Боба, коты. Это будет очень безумно, потому что я очень боюсь больниц. Не знаю, как вы, но я прям от них всех трясусь. Кстати, коты, если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то в этой страшной больнице нас никто не поймает. Раз, два, три. Молодцы, коты. Мы узнали, что в этой больнице хранится страшный рецепт бургеров. Поэтому нам надо его найти. Или их, возможно, здесь несколько рецептов. Так, что это у нас здесь? Замок? Очуметь, все закрыто. Блин, какая страшная больница. Нет, серьезно, коты, это просто крепота. Но и нереально маленькая колясочка, что... Для кого это все? Мы, походу, очень высокого роста. Собираем бургеры. Для чего они нам? Это, скорее всего, какая-то энергия. Слушайте, ну, здесь все вещи действительно мелкие. А мы высокие. За кого мы играем? О, подожди, ты что, Патрик? Да, я Патрик, здорово. Я такой высотенький, хожу сквозь стены. А у тебя как дела? Ты вообще кто такой? Я сам не знаю, кто я такой, Патрик, но я удивлен, что ты ходишь действительно сквозь стены. Нам надо быстрее убегать. Как это сделать? Ты от меня никуда не убежишь. Да ладно, ты что, прикалываешься? Мне кажется, я смогу убежать. Боже, какой у него страшный голос. У нас закончилась энергия, надо быстрее съесть бургер, взять еще один и найти же эти рецепты. Что происходит? И где они вообще могут находиться? Он от нас не отвязался... Почему он бежит за нами? Он вообще останавливается? Конечно, но не в этот раз. А в какой раз ты остановишься? Ё-моё, всё, энергия закончилась. Давайте посмотрим. Здесь? А пальцы, куда ты хотел залезть? Ё-моё, коты! Как же здесь бежать, коты? Но рецепта здесь нету, нам надо по максимальному сейчас набрать бургеров, потому что энергия очень заканчивается. Один Патрик нам дал такого жару, что я даже не знаю, как скрываться. Почему я смотрю только в пол? Мы можем прятаться, получается. Или нет? Это немножко все странновато. Ладно, давайте искать бургеры. Патрик, видимо, находится на втором этаже. Скорее всего, там же и есть рецепт. О, мы нашли ключ! Интересно, а он, получается, от этой двери? Или нет? Сейчас проверим, коты. Так. И что у нас тут может находиться? Серьезно? О, вот он, рецепт? Да ладно. Ага, один из трех. Получается, их здесь три. Да это полное безумие, коты. На каждый из них надо будет находить ключ. Ладно, у нас много бургеров. И сейчас мы точно... Здрасте. Второй рецепт. Вот это да. Может быть, где-то здесь третий и находится, и нам не надо бежать на второй этаж. Но я, конечно, сомневаюсь. Здесь куча дверей, я даже не знал об этом. Мы когда-то с вами играли в страшный госпиталь Спанч Боба. Но там совсем все по-другому было, коты. Там не было дверей. Мы просто бегали с первого на второй этаж. Туалет. Но достаточно чистый. Фу, ладно. Можно брать предметы и бросать их в тех, кто за нами охотится. В данном случае это только Патрик. По идее, он должен останавливаться. А вот и он. Эй, ты чё тут бросить, чё ты захотели меня? Ну-ка, давай. Сейчас проверим, коты. Бросочек. Блин, чё-то я не добросил. Ладно. А, тут нет выхода. Я думал, мы сейчас кругаля дадим. Быстрей, быстрей, быстрей! Он закрыл дверь! Серьезно! Патрик, нет! Попался!
Ё-моё, чё за подстава, а ты там дверь была закрыта? Мы хоть один-то уровень пройдем? Вообще это странновато. Значит, здесь рецепт. Ага. Потом мы открываем дверь, там тоже рецепт. И один находится наверху. Как-то нам надо выманить Патрика. Где ключ? Вот он ключ. Все. Чтобы он ушел на первый этаж. Откуда здесь эта коляска? По-моему, ее не было. Кстати, снимок чей-то больше похож на человека, чем на Спанч Боба. Можно прятаться, реально. Только как-то это все странновато. Мы спиной подошли и смогли спрятаться. Чисто логически это к любой кровати можно делать. Ладно, тогда у нас есть шанс. Оу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Как он здесь оказался? Быстрей! Все, успели? А где он? Где Патрик? А, вот он. Он сквозь нас бегает, что? Эй, ты где, не пойму? Вот это ножки у него. Смешно. Как морковки. Нам надо как-то пробраться на второй этаж, но он здесь ходит. Давай, шуруй отсюда. Все, вылазим. Куда мы еще можем прятаться? Наверное, больше никуда. Его здесь нету? Ё-моё, вон он пошел. Надо его как-то обхитрить, коты. Заманить и спрятаться под кровать. Ага, а под эту мы не можем. Серьезно? А почему так сделано? Вот это подстава. Ладно, возьмем тогда бургер. И пойдем на второй этаж. Где-то там лежит рецепт. Я надеюсь, что он нас не заметит. Так, здесь пусто. А, вот он! Все, коты, отлично! Забегаем. Есть! Мы собрали 3 из 3 рецептов, а что делать? Я прячусь под кровать. Отлично, коты, мы прошли! У-ху! Ладно, давайте следующий уровень. Я думал, мы дальше вообще не двинемся. Ты встретил Паприка, но не встретил... Паприка, говорю. Ты встретил Патрика, но не встретил Губку Боба. Возможно, он тоже где-то здесь, нам сказали. Только что перед этим заданием. И, видимо, они будут на нас нападать вдвоем. На самом деле, это достаточно страшно. Потому что один Патрик нас гонял по всей поликлинике. А теперь еще и Губка Боб. И я даже не знаю, что нам надо делать. Какое задание? Опять что-то найти? Серьезно, опять рецепты? Так мы ж только что их нашли. 1 из 5. 5 штук. Боже мой, кто придумал эту безумную игру? А вот и Патрик, а он и Спанч Боб, смотри. Какой он странный, у него такой нос смешной. Ты кого странным назвал? Ха-ха, я тоже его хочу поймать. Боже мой, ребятки, не делитесь, вы вдвоем меня поймали. Какой у них смех противный, коты, что за жесть. В общем, теперь их 2. Это сложно. Я, наверное, здесь зависну. Хотя ваши лайки могут мне помочь пройти эту игрушечку. Отлично, здесь никого нет. Забегаем сюда. А, рецепт мы один там видели, точно. С учетом того, что их 5, мне кажется, на втором этаже должно быть их достаточно много. Но опять же, это не факт. Энергия заканчивается. А, вот он, Губка Боб. Эй, иди сюда. Сейчас я тебе покажу кое-что интересное. А что ты мне можешь показать интересное, Губка Боб? Давайте спрячемся. Мы не можем присесть. Поэтому я надеюсь, они просто пройдут мимо. Ага, Нет, мы тебя поймаем. Ё-моё, как они смеются. Быстрее, коты, давайте на второй этаж. Там, мне кажется, должно быть много всяких предметов.
Фу, мы от них оторвались. Здесь у нас нету рецепта. Хорошо. Вот бургер есть. Энергия заканчивается просто в секунду. МРТ. Забавно. Еще у нас на первом этаже есть дверь с ключом, коты! Пишите в комментариях, кто вообще прошел эту игрушку. Мне кажется, она сложноватая, хоть она и смешно выглядит, но здесь реально тяжело. Все отлично. Открываем. Здесь пусто. Вот это, конечно, засада была. Ладно. Надеюсь, они не выскочат на меня очень быстро. Я вижу ключ. Шикарно. Забираем гамбургер. Если мы сейчас находим еще один рецепт, то получается, заключительный будет находиться за дверью с ключом. Нет, я не нашел рецепта. Интересно. Либо я его пропустил, но сюда уже идет Патрик. И это полная засада. Или же он находится оба на первом этаже. Прятаться мы можем только под кровать с одеялом. Вот такие вот пироги, коты. Аккуратно, Патрик. Вон он пошел. Но здесь нет рецепта. Здесь только тоже гамбургер. Фу. Тут мы тоже посмотрели, я ничего не видел. Все, остается бежать на первый этаж. Но вся проблема в том, что там Спанч Боб ходит, коты. А Патрик наверху. И вот это будет очень опасно. А, вот он рецепт. Да ладно, мы что, можем пройти? Есть шанс. Опачки! Ну сейчас губку Боб мы обманываем. Едим гамбургеры и просто пробегаем на максималке в дверь. Давай, открывайся, открывайся. Пожалуйста. Фу. Где рецепт? Вот он рецепт. Да-да-да-да-да. Прячемся. Есть, коты. Серьезно? Уху! Просто на изи мы сбежали от Спанч Боба и Патрика. Видимо, сейчас появится новый персонаж. Либо Сквидвард, либо Красти Крабс, либо еще кто-то. Придя третий раз, вы услышали звуки кальмара. Ё-моё, походу Сквидвард сейчас сюда придет. И это будет опасно, потому что от троих чудиков убегать. И это действительно жестко. Я вообще не представляю, в последнем уровне на нас впятером, что ли, будут нападать. Это будет просто жесть, коты. Ладно, пока я не вижу страницы. Сколько нам их надо собрать здесь? Неужели штук 10? Чё-то нету. Может быть, с увеличением количества боссов здесь уменьшается количество страниц? Вот первое. Зачем нам вообще этот рецепт? Ага, одна из пяти. Куда мы смогли? А, мы можем просто взять вазу. Все понял, и бросить. Не знаю, насколько сильно это их оглушит. Это реально Сквидвард. Здорово, как дела? Получай. Ничего не получил, ха-ха, у тебя не получилось. Ё-моё, я ж бросил в нём вазу, но, видать, поздно. Это, конечно... Крипово, по-другому и не скажешь. Сейчас надо все-таки попробовать пройти уровень. Сквидвард забавный, такой весь синий здесь. Кальмар бегает. Давайте сразу. Конечно, мы можем бросать этот баллон. Так, берем. Сейчас. Если кто-то придет, то зашвырнем кому-нибудь. По щам. Берем гамбургер. Пока все нормально, коты. Не вижу никого. Заходим. Открываем. Все отлично. А вот и Спанч Боб. Эй, ты хотели в моего друга что-то кинуть? Ну-ка, попробуй в меня. Сейчас попробую.
А, смотри, они нас теряют на определенном расстоянии. Да как в него попасть, это невозможно. Ага, сейчас я тебя поймаю, усатик мой. Ты сам усатик? Нет! Спанч Боб, ты что? Ха-ха-ха, попался! Ё-моё, коты. Ну ладно, мы на самом деле прошли достаточно много уровней. Я надеюсь, вам понравилась игрушка. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. В общем, всем удачки, всем пока.